Сегодня в 2 часа ночи в районе перекрестия Волгоградская Амундсена пятерка «Жигулей» на приличной ночной скорости налетела на стайку пешеходов. 3 слегка поддатых парня переходили через дорогу. Пятерка к ним подкралась как капец, незаметно, и снесла 2. Повезло Грише, который шел чуть впереди. Ну, мы светофор переходили когда. Я вот буквально на шаг вперед был, там ни фар, ничего. Мы видели машину, она где-то, ну, метров 50 от нас была. Мы бы успели просто пройти. А я вот уже шаг вперед сделал, почти зашел, слышу сзади удар. По счастью, 2 сбитых Гришиных товарища не убились до смерти. Один из них, Геннадий Чеканцев, с переломом и сотрясением головы угодил в 24-ю клинику. Второй его товарищ отделался ушибами и от госпитализации отказался. Самое же интересное началось сразу после ДТП. Из пятерки выскочили 3 типа, как черти из табакерки, и стало непонятно, кто из них сидел за рулем и кому отвечать за травмирование 2 людей. Из машины все выскочили, я просто не успел знать, что за рулем был. То есть, а сейчас они двое сбили. А сейчас никто не сознается. А никто не сознается вообще, за рулем, говорит, никого не было. Кого не спрашивали, никто за рулем не был. Тут сейчас один с областного ГАИ, что-то говорит, я с областного ГАИ. Разумеется, сотрудники ГИБДД сейчас уже разобрались, кто сидел за рулем. Но на месте происшествия страсти кипели реальные, с матерком, и дошло даже до рукоприкладства. Пострадавшие парни набросились на типа из пятерки, который не то чтобы сидел за рулем, а на свою голову представился сотрудником облГИБДД. По всему видно, пострадавшие парни ему не сильно поверили и стали крячить в лучших традициях. Ты кто такой? Дядь! Ты кто такой? Что ты объяснил? Что ты объяснил? Он из областного ГИБДД. Кто такой? Да что ты, вот такой хуй? Вот, стрелушки. Чего, не понял? Понять хочешь, что ли? Да. Козел, сука. Я тебя порву, застрелся.